Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский». В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. За гибель людей ответит чиновник. В Бухажирауском суде судят бывшего начальника областного управления ЖКХ и автодорог по статье Уголовного кодекса «Халатность». 150-летний юбилей композитора и писателя Асета Найманбаюла отметили в областной библиотеке имени Гоголя. Здесь же состоялась презентация монографии «Арканың Асет Ақыны». С нового года будут штрафовать родителей, которые отказываются от прививок своим детям по религиозным мотивам. В областном перинатальном центре отмечают, что в Караганде растет количество отказников. Обо всем более подробно. Бывшего начальника областного управления автодорог судят за гибель людей при паводках. А незадолго до того, как Абадильда Санаубаров попал под уголовное преследование, глава области Ерлан Кушанов освободил его от должности. Причиной увольнения стала критика акима по поводу некачественной работы общественного пассажирского транспорта. В настоящее время Абайдельде Санаубарову вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 371 статьей Уголовного кодекса «Халатность». Начальник филиала дорожно-эксплуатационного управления номер 1 фирмы «Караганды Жолдары» Буранбай Абжанов подозревается в совершении преступления по статье «Нарушение действующих на транспорте правил». Судебные слушания проходят в поселке Ботакара Бухаржирауского района. Бухаржирауский районный суд Карагандинской области поступило уголовное дело по обвинению Санаубарова Абильдизи Кушеновича по части 2 статьи 371 УК РК «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия», а также в отношении Абжанова Бурбаева Николаевича по части 4 статьи 353 УК РК, то есть нарушение действующих на транспорте правил охраны порядка, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. По автоматическому распределению данное дело попало в производство председателя Бухажирского районного суда Рафаила Куртылева. Судьей был заявлен самоотвод, в связи с тем, что по данному делу ему выносилось постановление о применении меры пресечения в виде залога в отношении Абжанова, а в отношении Санаубарова меры пресечения не применялось. Было отобрано письменное обязательство явки в суд. Дело было перераспределено судьей Нурсалиновой. Постановление 19 февраля 2017 года. Слушание дела назначено 2 ноября 2017 года. Напомним, дорога областного значения Караганда-Ботакара в Бухаржирауском районе Карагандинской области была размыта в период весенних паводков. В образовавшуюся пропасть глубиной 6 метров угодил автомобиль, в котором ехали два человека. Их тела обнаружили водолазы спустя трое суток. Отмечается, что власти не оградили опасный участок. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И вновь потасовка между водителями и кондукторами карагандинских автобусов попала в объективы мобильных телефонов. Жители города отмечают, что драки между перевозчиками стали настолько обычным делом, что их уже никто не разнимает. Автобусная остановка 45-го квартала – это самое оживленное место. Именно здесь скапливается самое большое количество пассажиров. Именно здесь автобусы стоят самое продолжительное время. Но с недавних пор остановка 45-го стала известна и по другой причине. Именно здесь чаще всего случаются потасовки между водителями и кондукторами автобусов и маршруток. Причины выяснения отношений банальны – не поделили пассажиров. Вот только страдают от этих разборок именно пассажиры, о которых, по всей видимости, работники общественного транспорта думают меньше всего. Это тоже ужасно. И, кстати, водители отвратительно водят автобусы. Даже сидя, человек бьется головой. Ну, это, то есть, это едет вот так вот. Ну, недовольство жуткое, конечно, очень не нравится. Вот вы сами видите, как они друг друга перегоняют, никогда не смотрят, как это удобно людям, начинают драки бесконечные, то есть кондуктора с водителями без конца дерутся, маты и так далее. Ну, не знаю. Ну, говорят, что работа ведется, но по мнению людей мало что поменялось в нашем транспорте. А эта драка произошла в июле на проспекте Нуркена Абдирова. Чиновники тогда поспешили объявить, что водитель наказан, его оштрафовали и лишили премии. Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
В областной библиотеке имени Гоголя отметили 150-летие великого композитора, айцкера и писателя Асета Найманбайулу. Организаторами мероприятия выступили сотрудники управления по развитию языков. В честь круглой даты была презентована монография «Арканын Асет Акна». Почтить память казахского акына и композитора в этот день сошлась интеллигенция со всей области. Творчество Асета Найманбаева безгранично, и есть еще множество неизданных и неизвестных его произведений. Одна лишь монография Арханын Асет Акына, которую презентовали в ходе встречи, охватывает статьи о жизни и творчестве автора, литературных произведений, таких как «Салиха Самин», «Деревянный конь». По словам участников мероприятия, на сегодняшний день опубликовано лишь 70 стихов Асета Найманбаева. Есть еще много неизданных материалов Асета Найманбаева. Некоторые его произведения каким-то образом подписаны под другим автором. Мы сейчас это все изучаем, но пока не смогли установить причину. Талант, обладавший огромным творческим потенциалом, родился в нынешнем Актугайском районе. Написание данного научного труда осуществлялось посредством анализа редких рукописей, хранящихся в архивных фондах, изучением экспонатов китайских музеев. Именно в этой стране был опубликован двухтомный сборник поэта. Асет Найманбаев известен тем, что является не только поэтом, а является также композитором. Он также является одним из лучших учеников Абая, великого Абая. В программе «Рухани Жангру» по общественной модернизации была выполнена такая программа исследования творчества Асет Найманбаева. В итоге было написано краткое резюме, то есть это самая работа, научно-популярная работа Асет Найманбаева. Сегодняшний мероприятие посвящен тому работе, которая будет способствовать дальнейшему популяризации великого поэта Асет Найманбаева. В литературно-творческом вечере приняли участие известные историки, филологи, ученые-искусствоведы, писатели и поэты. В завершении мероприятия прозвучали песни выдающегося композитора. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Некоторые женщины, узнав, что они больны раком молочной железы, отказываются от лечения. Онкологи заявляют, что рак сам не лечится, не помогут инородные целители. 20 октября в стенах областного онкологического диспансера состоялась конференция, посвященная Всемирному дню осведомленности о раке молочной железы. Мероприятие приурочено к декаде по охране здоровья женщин. Врачи онкологического диспансера ответственно заявляют, чудес не бывает. Еще ни разу они не встречали пациентов, которые излечились от рака чудом. Сегодня медики намерены привлечь внимание общества к необходимости скрининговых обследований и профилактических осмотров. Проблема рака молочной железы на сегодняшний день остается актуальной, поскольку до сих пор рак молочной железы среди женщин является ведущей локализацией, занимая первое место. С 2008 года проводится маммографический скрининг. До этого много всевозможных было предложений, как проводить все-таки скрининг рака молочной железы. Было предложено проводить только, например, самообследование молочной железы, или только УЗИ молочной железы, или термографию молочной железы, или маммографию молочной железы, иногда все 4 метода. Это было очень дорого. На сегодняшний день пришли к такому мнению, что все-таки женщинам старше 50 лет рекомендован проводить маммографию. Она читабельна, она более актуальна. С 50 до 60 лет через каждый год проводится маммографический скрининг. Он дает свои положительные результаты. Специалисты заявляют, что за 10 лет выросло выявление рака на первой-второй стадии. Появилось больше возможностей вовремя выявить заболевание. Но вместе с тем рак молочной железы стали выявлять и у женщин молодого возраста. Это обусловлено в том числе и образом жизни. Врач-онкохирург Наиля Кабилдин отметила, что одна из мер профилактики – это грудное вскармливание. Мы забываем о нашем главном предназначении – это рождение детей. Лактация, то есть кормление грудью,
И большинство женщин, родив единственного ребенка, спешат выйти на работу. Природа предназначена рожать, скармливать несколько детей. А эндокринная система, она не ждет, она работает вне зависимости от отдельных планов, в своем ритме. Поэтому обязательно первая наша рекомендация женщинам – это грудное вскармливание младенца хотя бы до полугода, лучше до 9-10 месяцев. Специалисты онкологического диспансера также отмечают, что несмотря на свободный доступ к информации о раке груди, по-прежнему встречаются пациенты, которые приходят с запущенными стадиями рака. Одни боятся услышать страшный диагноз, другие обращаются к так называемым народным целителям. Вот только чудес не бывает. Рак сам по себе не вылечится, заявляют врачи. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде растет число отказов от вакцинации детей. По данным Министерства здравоохранения, за последние 5 лет количество отказов от вакцинации выросло более чем в 3 раза. В Караганде создана специальная комиссия, которая ведет разъяснительную работу с родителями. В областном перинатальном центре периодически проводят круглые столы, на которых разъясняют роженицам необходимость вакцинации. В нынешнем году уже 70 женщин в перинатальном центре Караганды отказались вакцинировать новорожденных от вирусного гепатита и туберкулеза. А между тем, именно гепатит Б особенно опасен для детей. По словам медиков, за 20-летний период вакцинации неблагоприятных последствий после иммунизации не зарегистрировано. В работе круглого стола приняли участие также и представители традиционных религий. Все знают, что у нас рождаются дети, где мы в первые 3 суток должны вакцинировать детей. Поэтому сегодня мы пригласили на наш круглый стол, пригласили руководителей санэпидемстанции, мы пригласили имама города Караганды, мы пригласили из русско-православной церкви отца Сергия. И также сами мы подготовили презентации для наших женщин, которые беременные, находятся у нас на лечении и которые поступили к нам на роды. Мы дадим полную информацию от всех заболеваний, от которых вакцинируется в настоящее время у нас в Казахстане. Между тем, в Астане рассматриваются поправки в закон об обязательном вакцинировании. Согласно поправкам, родителям, которые отказываются от вакцинации детей, грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Это более 20 тысяч тенге. Кроме того, дети могут остаться без образования. Поправки, разработанные Министерством по делам религии, на рассмотрение в парламент внесут уже в октябре. И если их примут, то уже со следующего года они полноценно заработают. Разработчики уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 1 января следующего года вступает в силу постановление правительства, согласно которому упраздняется деятельность всех стихийных рынков в нестационарных торговых объектах в городах республиканского значения. А с 1 января 2020 года во всех городах страны. Иначе говоря, все стихийные рынки будут перенесены в стационарные помещения. Ярким примером нового формата является торгово-фермерский рынок «Алтын-Арба». Торгово-фермерский центр «Алтын-Арба» – это место, где удачно сочетаются простота уличного рынка и уют современного торгового центра. Для покупателей здесь представлен широкий ассортимент свежих продуктов и товаров народного потребления с гарантией безупречного качества и высокого уровня сервиса. Уникальный формат торгово-фермерского центра создает новую культуру торговли, возрождая традиции посещения базара как центра массового притяжения и досуга. Торгово-фермерскому центру «Алтын-Арба» исполнился год. Сегодня, через год, мы с гордостью можем сказать, что наш торговый центр стал излюбленным местом покупок для гостей города, а также его жителей. Это совершенно новый формат торговли, который сочетает в себе на сегодняшний день продажу товаров народного потребления, а также фермерский базар. Уникальностью фермерского базара является возможность жителей покупать продукцию качественную, свежую, а главное натуральную. Сердцем центра «Алтын-Арба» является фермерский базар, расположенный на 1-м этаже здания. Уникальность базара состоит в том, что он обеспечивает горожан свежими натуральными продуктами питания. А сельхозпроизводителям предоставляется возможность реализовывать продукцию в комфортных условиях и без посредников. Это оценила Жанна Рабаетова. Осы базарда тұрғаныма бір жыл болды.
Я уже год стою на этом базаре. Меня все устраивает. Здесь созданы все удобства для комфортной работы. Аренда недорогая, поэтому и цены мы не завышаем. Еще один немаловажный фактор – хороший сервис. Внимательные продавцы всегда предложат самые свежие продукты. Жительница Караганды Татьяна Власова призналась, что является постоянным покупателем. Для нее главный ориентир – это качество. Мне здесь очень удобно. Всегда свежие продукты для малыша моего. Вот, фрукты, овощи, салаты. Очень важно, молочка для нас тоже здесь домашнюю привозят. Ну, очень удобно. На площади в 20 тысяч квадратных метров расположены торговые галереи, подсобные помещения, холодильные камеры, способные вместить в себя до 100 тонн продукции. Для обеспечения контроля качества работает лицензированная лаборатория. Всего под сводами центра расположилось около 150 магазинов. Одним из значимых событий стало открытие первого гипермаркета электроники «Эврика», размещенного на двух этажах. Он начал свою работу 28 сентября. За торгово-фермерским центром расположен строительный рынок. Теперь нет необходимости искать строительные материалы по всему городу. Все в одном месте. И это очень удобно. И еще один важный факт. Проект торгово-фермерского центра «Алтын-Арба» создал более 700 рабочих мест. Андрей Тен, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 200 сотрудников правоохранительных органов, силовых и других специальных структур со всей республики приняли участие в чемпионате МВД по рукопашному бою. Чемпионат прошел в рамках 6-й спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо». Сборная команда ДВД Карагандинской области стала обладателем первого общекомандного места. В дни соревнований на татами сошлись сотрудники всех комитетов, департаментов, служб Министерства внутренних дел. Из них первый разряд имеют 64 человека, кандидаты в мастера спорта – 92 человека, мастера спорта – 62 человека, мастера спорта международной категории – 11 человек. Не случайно соревнования проходят в шахтерской столице. Это отметил заместитель акима Карагандинской области. В соревнованиях приняли участие 299 человек со всех областей страны. Это сотрудники правоохранительных органов, силовых и других специальных структур. Организаторы соревнований отметили, что рукопашный бой, как никакой другой вид спорта, является основным для служителей закона. Сегодня мы проводим эти мероприятия не просто так, потому что наш любой сотрудник, он должен владеть полностью приемами рукопашного боя, уметь должен он стрелять. Поэтому мы проводим не только этот чемпионат по рукопашному бою, но и проводим чемпионаты по стрельбе из боевого оружия, чемпионат по самбо, чемпионат по президентскому многоборью, футбол, волейбол. В следующем году планируется участие подразделений комитета по чрезвычайным ситуациям. А потому, возможно, в спартакиаду добавятся пожарно-прикладные виды спорта. Нынешние соревнования проходили в течение 3 дней. 21 октября были награждены победители. В спартакиаде Центрального совета ФСО «Динамо» общекомандное первое место заняла команда Министерства внутренних дел. На втором месте – управление службы специализированной охраны МВД. И на третьей – команды службы государственной охраны. А в чемпионате МВД по рукопашному бою – первенство за командой ДВД Карагандинской области. На втором месте – ДВД Акмолинской области. И замыкают тройку лидеров – команда ДВД Алматинской области. Все победители и призеры стали обладателями медалей и ценных призов. Марат Такишев, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
Иногда в футболе случаются чудеса. Именно так прокомментировал главный тренер «Шахтера» последнюю игру с «Таразом». 21 октября Карагандинский футбольный клуб провел очередной матч на выезде. Встреча завершилась со счетом 2-3 в пользу горняков. Все три гола забил Милан Стоянович. В стартовом отрезке карагандинцы пытались навязать сопернику свою игру. Заработали два розыгрыша угловых, но никаких дивидендов это горнякам не принесло. На 17-й минуте, обойдя оборону, хозяева открыли счет 1-0. Спустя несколько минут хозяева вновь развили атаку левым флангом, которая завершилась вторым взятием ворот карагандинцев 2-0. Как потом скажет наставник «Шахтера», первый тайм команда проиграла вчистую. В перерыве тренерский штаб горняков решился сразу на две рокировки. На поле появились Марк Астанаевич и Геворг Наджарян. Спустя 4 минуты после начала хозяева сорвали перспективную атаку гостей. Судья поставил пенальти, и Милан Стоянович уверенно пробил с точки 2-1. Почувствовав возможность переломить игру, горняки взвинтили темп игры. Вскоре подключился еще один форвард – Айдос Татыбаев. Нападающий сменил Куаныша Ермекова, и команда стала играть в три защитника. Горнякам тут же удалось сравнять счет на табло. Невероятным и неожиданным дальним ударом Милан Стоянович застал голкипера «Тараза» врасплох 2-2. Через 3 минуты все тот же Стоянович нанес коварный удар со штрафного, успешно поразив ворота хозяев в третий раз. Итог встречи 2-3 в пользу карагандинского клуба «Шахтер». 28 октября на своем поле горняки сыграют с костанайским «Таболом». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солпонстер.